В интернете появился новый социальный проект против сексуального насилия. Его автор – студентка американского колледжа Итака. Она уроженка Белоруссии. Ее зовут Яна Мазуркевич. Как призналась девушка, на первом курсе колледжа она и сама подвергалась насилию. Вспоминать об этом Яна не любит. Рассказывает лишь, что сама позвала в клуб молодого человека, который ей нравился, но он ее изнасиловал. Я думаю, этот парень сейчас и не осознает, что это было сексуальное насилие. Ведь он, наверное, думает, раз она меня позвала раздеться, ну или как-то так. Это было очень быстро, буквально 5 минут. Вошел и вышел. Я чувствовала себя очень плохо, куском мяса. Я не хочу драматизировать. Мне кажется, я выплескиваю все свои эмоции и чувства через то, что я делаю сейчас. И вот теперь Яна создает фотографии, на которых пытается отобразить, что на самом деле происходит во время изнасилования. Причем обращает внимание, что такое может случиться с любым, и с женщинами, и с мужчинами, с белыми и темнокожими, с традиционной и нетрадиционной ориентацией, или даже с трансгендерами. Разницы, по словам Мазуркевич, нет. Она надеется, что ее проект хоть что-то изменит в отношении людей к проблеме насилия.